Масштабно, ярко и душевно. В понедельник жители Самары отметили День России. Площадь Куйбышева на это время стала центром музыки, света и единства собравшихся. Подарком для гостей праздника стали выступления известных артистов и гранд-финал фестиваля авторской музыки «Самфест». Это уникальная творческая платформа для авторов, помогающая им заявить о себе. На конкурс было подано более 1000 заявок от музыкантов со всей страны. В итоге жюри определило 13 финалистов. Это получается самый мультивозрастной конкурс. Здесь участники от 15 до 68 лет. Это на самом деле невероятно. То есть сколько у нас творческих людей, сколько у нас замечательных коллективов. На самом деле хочу сказать, что было непросто, потому что все музыканты были хороши в разной степени. В этом году в число суперфиналистов «Самфеста» вошли московская группа «Татуин», группа Ольги Максимовой из Санкт-Петербурга и молодой коллектив из Казани «Леса ФС». На сцене ребята импровизировали, активно общались со зрителями. Результат – первое место. Победители «Самфеста 2023». Ваши аплодисменты! Вот они, молодые, красивые, наслаждаются жизнью и заслуженной победой. Совсем юные артисты до конца не осознают, что стали победителями. Готовились к выступлению по-взрослому. Упорно репетировали днем и даже ночью. Творческий коллектив собрался быстро. Ребята еще мало знакомы, но между ними уже неплохой коннект, рассказывает идейный вдохновитель Леся Назырова. Девушка уже в 14 лет выпустила свою первую песню, а в 16 записала альбом. Мы всего 2 недели вместе играем. Тут ребята по несколько лет играют. Ребята просят сфоткаться. И сейчас на сцене все сердечки показывают. Конечно, я думаю, зрители тоже зарешали, потому что зрителя не обманешь. Хедлайнерами праздника стали известные российские артисты Люся Чеботина, Рамиль, группа «Зверобой», Вадим Самойлов, Гарик Сукачев и Дмитрий Маликов. Я приезжал сюда с разными своими проектами, и с просто сольными концертами, и с уроками музыки, и со спектаклями. Я приезжал с своим спектаклем о классике, который называется «Перевернуть игру». Вот. Поэтому город с большими культурными традициями, что говорить. Очень красиво. Финалистов «Самфеста» и всех гостей праздника поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона выразил надежду, что участие в фестивале для многих артистов станет отправной точкой в их карьере, поможет вырасти и откроет дорогу на большую сцену. Замечательный всероссийский фестиваль с прекрасным названием «Самфест» стал достойным подарком всем вам, всем нам в этот замечательный праздник «День России». Я от всей души поздравляю вас с праздником. Я хочу пожелать вам мира, добра и благополучия. Яркой кульминацией Дня России стало мультимедийное шоу и мощный пиротехнический спектакль. Фасад театра оперы и балета на 15 минут стал холстом для проекции. Ксения Баканова, Константин Головин. События.